Я считаю, что мы сделали вполне конкретный шаг на этом мероприятии. А если еще в конце прошлого года мы, отправляя письма и запрашивая какой-то план, который можно включить в комплексный, не видели ответов, сейчас увидели заинтересованность муниципалитета, предприятий и, что самое важное, жителей города Назарово. То есть верите, что теперь ответы будут в августе месяце? Я абсолютно в этом уверен. Это записывается на камеру и, соответственно, можно потом будет пролистать. Других вариантов нет. А мы вошли в этап формирования комплексных планов по 5 малым городам. Назарово – это первый город, куда мы приехали. Сегодня же будет Ачинск, завтра будет Минусинск, потом Лесосибирск и Канск. И до конца текущего года, во-первых, мы получим сводные тома предельно допустимых выбросов. Мы эту работу ведем. И как следующий этап мы сформируем этот комплексный план по улучшению атмосферы наподобие того, что существует уже сейчас для Красноярска, для Норильска.